А мечи достойно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по кудо. Наши спортсмены завоевали около десятка медалей в споре с сильными соперниками из шести регионов. Омские кудоисты прибавили в скорости и качестве выполнения комбинаций приемов, особенно при переводе соперника в партер. Четыре спортсмена получили путевки на чемпионаты первенства России. У меня сегодня получались хорошие комбинации руками. Больше сегодня отрабатывал на технику и применял борьбу вместе с связками, которые у меня получались. Я очень хорошо начал скрывать свои действия. Сегодня хороший бросок был во втором бою, после чего я ушел с татами с нокаутом. Поединки во всех номинациях получились упорными и динамичными. Бойцы продемонстрировали много техничных и эффективных приемов и в стойке, и в партере. Больше работаем ударной техникой, стараемся завоевывать очки, нокауты пытаться делать. В партере как у нас все по правилам. Киме обозначить, быстро свалить, обозначить киме, перейти и сделать болевой. Поддержать спортсменов прибыл президент Федерации кудо России Роман Анашкин. Он отметил высокий уровень организации соревнований и пожелал бойцам показать свою лучшую технику и завоевать путевки в финал чемпионата и первенства страны. Пусть победит сильнейший, пусть сегодня вы проявите все свои качества, которые вам придется их перенести потом в Москву, и те, кто отберется на соревнованиях, будут участвовать в наших самых главных стартах. В категориях от 12 до 18 лет отличились спортсмены Иркутской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Турнир отличный. У меня была цель, когда я ехал сюда, победить и занять первое место и отобраться в Москву. Я в основном встречал хуками и наступал, чтобы как бы показаться агрессивнее, сильнее и лучше. Я наступал и выиграл. В старшей группе верх взяли кудоисты Новосибирской области. А мечи завоевали серебро, а замкнули тройку призеров спортсмены Красноярского края.